Сегодня готовим брюссельскую капусту. Очень вкусно будет. Очень. Дорогие мои дорогие, я всегда читаю все ваши комментарии, ну и, естественно, отвечаю на все вопросы, которые вы мне задаете, и обращаю внимание на ваши просьбы. И чаще всего вы просите меня поделиться с вами какими-то интересными рецептами с овощами, какие-нибудь гарниры. И вот сегодня будет обалденный вариант. Мы приготовим брюссельскую капусту. Я вот не знаю, почему ее так все недолюбливают. Наверное, надо просто научиться ее вкусно и классно готовить. И сегодня мы сделаем потрясающую заправку. Я вам покажу, как ее можно сделать не в духовке, а на плите. И, кстати, хочу обратить внимание, что на канале уже есть один ролик, где я готовлю зеленые овощи с белым песто. Это просто нереально вкусно. И если вы хотите еще овощной шедевр, попробуйте мою цветную капусту, которую я запекаю в духовке целиком. Это прям отвал башки. Что же для начала мы сделаем с брюссельской капустой? Иногда у нее такие бывают внешние, стрёмные, неопрятные листики. Мы сейчас их будем счищать. И если у вас, например, есть совсем небольшая капуста, ее можно оставить целиком, а крупные предлагаю разрезать пополам. Но вот эти листики, я вас умоляю, не выбрасывайте их ни в коем случае. Собирайте всю овощную ботву, верхушку зеленую от морковки, ботву от редиски, от свеклы, сердцевину сельдерея, хвостики от лукопорея. И вот эти листики, и варите их. Получится потрясающий домашний овощной бульон. Главный овощ мы подготовили, а что еще пойдет в наш волшебный гарнир? Гранат. Это просто кладезь витаминов, и главное, я очень люблю, когда в одном блюде сочетаются разные фактуры и вкусы. У нас будет свежий, сладкий, вот эти маленькие взрывы во рту отлично дополнят брюссельскую капусту. Давайте его почистим. Чтобы добавить еще пользы и вкуса, я люблю в это блюдо закинуть орех. У меня сегодня будет пекан, но можете использовать любой другой. Фисташки, кэши, миндаль, все, что вы любите. Давайте сделаем заправку. Нам, конечно, потребуется оливковое масло, небольшое количество дижонской горчицы, она не очень острая. И для сладости, и для пикантности, наверное, мы добавим апельсиновый сок. А цедрой украсим уже готовое блюдо. Помните, раньше продавались хот-доги в таких палатках? Там был один, куда прям в булку засовывали сосиску, а один был мой самый любимый, который подавали с маринованным огурчиком и с жареным луком. К чему я это? Я недавно вот так вот зажаривала во фритюре лук-шалот. Кстати, напишите мне в комментариях, интересно ли вам, как это делается. Это очень вкусно, потом посыпать на крем-суп, на салаты. И то масло, которое остается, в котором, собственно, жарится лук, получается невероятно ароматным, душистым. И вот на нем я сегодня буду жарить нашу брюссельскую капусту. Вы, конечно, можете использовать просто любое оливковое или кунжутное масло.
Опять же, я буду сегодня готовить брюссельскую капусту в сковородке, но вы можете ее выпекать в духовке. И завершающий, финальный ингредиент, но очень важный, который придаст нашему готовому блюду пикантность. Это перец чили. Не знаю, как вы, я вот люблю иногда немножко такую небольшую неявную остринку добавить к блюду. Мы его будем жарить, обжаривать в масле, которое его напитает. Резать мы его будем крупно, чтобы перец было видно в нашем готовом блюде и не было ни у кого сюрпризов. И мой вам совет – удалите просто все семена, в них, в общем-то, основная острота. И когда вы работаете с любыми перцами острыми, умоляю, не трите глаза и обязательно мойте руки. Други любимые, это вот во Франции называется mise en place, когда все, что вам нужно для рецепта, уже заранее приготовлено, чтобы потом не возникало во время самой готовки сюрпризов, что вы что-то не натерли, что-то не выдавили. А что нам еще потребуется? Конечно же, сковорода с крышкой. Вот эта крышка – это прям важный момент, потому что мы будем готовить брюссельскую капусту на достаточно большом огне, чтобы получить цвет, такую румяную корочку, а это дополнительный вкус. А крышкой мы накроем все это дело, чтобы она как будто бы еще и приготовилась на пару. Ну что, погнали? Для начала мы разогреем масло и сразу же, пока оно еще не нагрелось, мы закинем чили. И это, как говорится в Англии, it will infuse the oil. Это добавит в наше уже душистое, такое луковое масло вот этот острый чили. Так нереально вкусно пахнет. Как проверить готовность брюссельской капусты? Берем вилку, какую-нибудь самую крупную, и просто ее прокалываем. Вот я люблю, чтобы капуста была достаточно мягкая, но, так сказать, оказывала еще нам сопротивление. Терпеть не могу переготовленные овощи. А сейчас мне хочется все это дело слегка посолить. Конечно же, добавить свежего перца. Пару минут, наше блюдо готово. Просто шедевр, украсит любой праздничный стол, причем есть это можно как в горячем виде, так и в холодном виде. Давайте уже пробовать. Вы видели, да, что я положила целый перец чили и при этом просто идеально. Вот это вот цедра дает такую приятную свежесть, сладкий гранат, немножко горчички в соусе, прямо в общем, симфония вкусов. Очень советую попробовать. Други, оставьте мне комментарий. Напишите мне, понравился ли вам ролик, нравятся ли вам такие блюда и что еще приготовить. И да, я надеюсь, что вы уже подписаны на канал.